всем друзьям и гостям канала «Все получается вкусно». Сегодня я буду готовить борщ. Вкусный, наваристый борщ. Отварила я кости, которые остались у меня от куриного рулета. Вот бульон закипел. 5 небольших картошек. Для этого борща я буду использовать свою заправку. Ссылочку я оставлю, как я ее делаю на зиму. Ну, у кого ее нет, то пассируем овощи. Лук, морковку, свеклу и добавляем томата. К своей заправке я добавляю обязательно зимой ложку смальца. Заправка для борща готовилась на подсолнечном масле. Зимой я обязательно добавляю свиной жир. Обязательно нужно есть зимой сытные, жирные супы, борщи, чтобы не заболеть. Так же, как в настоящем украинском борще, можно пожарить сало. Попробуйте со смальцем обязательно. Вы увидите, какой борщ у вас станет вкусный, наваристый. Особенно, если смалец домашний, с запахом. Это вообще бесподобно. Добавляю сюда 2 ложки томата. И хорошо его обжариваю. Когда картошка наполовину сварилась, я кладу сюда нарезанную соломкой капусту. Кладу сюда свежезамороженный перец сладкий. И кладу сюда полбанки пол-литровой своей заправки мяса. Нашу заправку. И можно попробовать по вкусу на соль. Друзья мои, борщ должен быть такой густоты, чтобы ложка стояла. Борщ закипел, кладу сюда чеснока, укроп, петрушка и кинза. Кладу сюда кусочек сливочного масла. Он придаст бесподобный сливочный вкус борщу. И вот получилось борщ на 3 маслах. Зимний вкусный наваристый борщ. Даю провариться буквально минутку и выключаю. Вот такой борщ получился. Наваристый, вкусный. Много мяса, овощей. Попробуем. Это очень вкусно. Готовьте такие борщи зимой, не будете болеть. Почитайте о пользе смальца, и вы поймете, что если хотите не заболевать вирусными инфекциями, то смалец вас оберегает. И ни в коем случае вы толстеть не будете. Это не тот жир, от которого толстел. Почитайте у меня в инфоблоке под видео о пользе смальца. Готовьте такие борщи своей семье, и ваша семья будет очень довольна. Всего вам доброго. Пока-пока.